Зигмар Габриэль вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посетил цеха по выпуску сельхозтехники компании «КЛААС». Главе внешнеполитического ведомства показали весь цикл производства – от металлообработки до сборки машин. Вся работа полностью соответствует немецким стандартам, заметил Зигмар Габриэль. И добавил, что завод не случайно находится на Кубани. Краснодарский край – это регион с огромным экономическим потенциалом. Здесь отличная плодородная земля и мощное сельское хозяйство. Немецкое предприятие «КЛААС» инвестировало сюда более 150 миллионов евро. И это главное доказательство того, что иностранный бизнес доверяет экономике Кубани. Хотя «КЛААС», конечно, уже можно назвать не немецким предприятием, а российским. Уровень локализации производства на заводе более 50%. Сегодня же Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль посетили соревнования по уличному футболу. Турнир среди юных спортсменов проходит на площадке около Экспограда. Чемпионат запланирован в рамках конференции городов-партнеров России и Германии. Состязания нацелены на развитие толерантности среди молодежи. Всего участие в соревнованиях принимают более 300 немецких и российских спортсменов. При этом они могут сами выбирать, сколько игроков будет в каждой команде.